друзья, Фикса, и добро пожаловать на новый страшный сюжет! И со мной сегодня мистер Няшка! Всем здрасте! Это как фонарик здесь сделали? Я что-то вообще прикола не понял, это вообще да, как? Да-да-да-да-да. Добро пожаловать на новую хоррор-карту, в которой будет очень страшно и будет много сюжета! Вам безумно понравилась прошлая карта, где мы с Акаким проходили, но сегодня Акаки заболел, поэтому мы проходим вместе с Няшкой. Вы готовы? Это будет страшно, я вам обещаю. The Shadow! Тень! Уже страшно. Дом. Какой-то дом. Я твоей головой испугался. Проверка связи. Ну что, начнем еще одно наше дело. Это дом очередного влиятельного человека, который нам нужно обчистить. Действуем по старому проверенному способу. Ты заходишь, выносишь все самое ценное, ну ты знаешь. А дальше мы уезжаем, делим бабки. План понятен? Я думаю, понятен. Итак, значит, по сюжету... Давай начнем с простого. Проверь, закрыта ли дверь. Вдруг нам повезет, как в прошлый раз. Окей, по сюжету мы с тобой грабители, которые приехали грабить дом влиятельного человека. Алмазы там есть? Ну, я думаю, то, что они там 100% есть. Смотри, это наша машина, которую мы потом уедем. Меня смущает вот что. Хоть этот человек и влиятельный, домик у него достаточно страшный. Страшный особняк. И все как обычно черное. Все в черных тонах, окна тонированные, все понятно. Да-да-да. Так, нам... Дверь закрыта? Ну ладно. Проверь сарай, может там висят ключи. Окей, тогда пойдем в сарай. А ну-ка! Господи! Ты хоть бы предупредил, Йокова Мене! А я откуда знал, что здесь будут телетучие мыши, Няшка? Так, смотри, здесь пшеница, я не знаю, можно ли ее набрать или нет, но я на всякий случай возьму. А ищи мне... ключ, Няшка. Так, ага. В печках какая-то, тут есть печки, может, я не знаю. Ничего не вижу. Может быть, это ключ? Нет, это не ключ. Тут тоже нет ничего, тут тоже нет ничего. А вот это случаем не ключ висит? Где? Вот это. Так я, не-не, я пытаюсь взять, но не берется. А-а-а. Нет, это, скорее всего, не ключ, Няшка, это что-то другое. Ну, в сарае ничего нет, если что. Может быть, обойти его, как сзади посмотреть? Как будто подмостки не просто так. Думаешь? Сейчас я попробую. Не. Не, Няшка, там паутина, нам туда точно не надо. Так, а если обо... Так, тихо, тихо. Что? Звуки мне не очень вот эти нравятся. Какие? Страшные. Нет никаких страшных звуков. Так, подожди, ну в сарае тоже ничего нет. Проверили мы, обосрались и пошли дальше. Может быть, здесь какой-то другой вход есть? Ну, вот за сараем я тоже не особо что-то... Опа, а, это земля, ладно. Я тогда попробую обыскать дом, посмотреть, что находится здесь вообще. Ага, как ты откроешь дверь? Я не знаю, я вот назад это особняка пошел. А? Слава богу, что у нас с тобой фонарик есть, хотя бы что-то видно. Это о, как... Няшка! Что? Сюда, беги! За это, за... Забегай за особняк, я нашел здесь дверь открытую. А с какой стороны? С правой, с левой? Да, с правой стороны забегай. А может, с крыши? Не-не-не-не, с крыши не надо. Ладно. Это не дом добей, это не надо. Так, и где? Ты где? Так, ну я вот тут. Ага. О, здорово. Здорово, вот дверь, пойдем. Ага. Готов? Раз, два, три. Что за... Ну чего ты там застрял? Говорю же, возможно, на заднем дворе открыта дверь. Ну или окно, осмотрись там. Да мы только что там были, алло! И нам там не понравилось! Нам мне там что-то не да, понравилось! Что-то такое себе! Мне там не хочется больше находиться! Подожди, ты понял? Это, короче, галюн какой-то у нас был, потому что нас телепортировало обратно. Это какой-то, типа, этот, возможно, дежавю. Да. Потому что нам диспетчер сказал, что ты застрял, сзади, возможно, дверь открыта. Хотя мы... Так, ладно. Хотя мы с тобой оно, там оно уже прям, были. Оно прямо у тебя за спиной. Что? Упало, вот эта вот, часть крыши. А, это часть крыши упала. Да. Так, Няшка, все, мне уже безумно страшно здесь идти. Безумно страшно здесь находиться. Это только... Если закрыто, проберись через окно второго этажа. А как мы туда, как ты туда залезть предлагаешь? Подожди, а дверь-то реально закрыта, ты понял? А. То есть, по сути, нас с тобой здесь не было. Меня глючит, то есть, или что? Ну да, 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 то есть нас глючит. Смотри, тут подсказка есть, вот, скорее всего, так нужно будет забраться нам сейчас. Я сейчас буду опять скример, потому что здесь длинный коридор. Нет. Что? Что это? Что? Что это? А. Так. Чувак, ты слышал? Связи нет. Что происходит? Просто включилась рация, были какие-то непонятные шаги, и все, и рация прекратилась. Связь потеряна. Хорошо, заходим в дверь. Так. Слушай, может, что его нафиг это ограбление, а? Может, не будем грабить этот дом больше? Ну, слушай, я алмазы... Все, ладно, не, ради алмазов, ради святого. Слушай, картина мне уже не нравится. Особенно даже вот не тот, говорите, чел, что особенно у нас вот тот чел долларов сзади. Мне кажется, он, ну,
явно не желает добра. Да. А будут следующие указания, что нам делать. Вот тут какая-то комната и... Опа! Кто? Ты слышишь? Кто-то моется. А можно я Здравствуйте. Тоже? Здравствуйте, кто-то моется. А можно посмотреть, а? Нет, уже нельзя. Ты это видел? Нет, я не видел, я это слышал. Какой ужас! А что там, что там? Тут голова появилась отсюда сверху вниз. О, господи. Слава богу, ты это не видел. Короче, все, в следующий раз ты сам первый пойдешь, понял? Я не так хочу сказать, пока что эта карта наполнена скримерами в 10 раз больше, чем прошлая карта, которую мы проходили с Акакием. Слушай, я обычно не боюсь Майнкрафта, но мне кажется, здесь что-то как-то проработано. Ты видел, там кто-то пробежал только что? Я думал, это ты. Нет, это... В смысле, я же рядом с тобой. Вон там кто-то пробежал с черными ногами. Так. Может, реально, может, его нафиг. То есть нашего главного героя не смущает, что здесь творится какая-то нечисть, и он дальше пойдет грабить этот дом. Ну, в принципе, да, раз приехали, почему бы и нет. У меня второй вопрос. Зачем ему две одинаковые картины? А потому что денег, походу, не хватило. Никакой он не влиятельный. Ну что, так, ладно, у нас поехали. Есть ключ от спальни, и это единственное, куда мы с тобой можем пойти. Мы будем так, спать? Все, давай, я открываю, иди первый. Так. Тихо. Ага. Ты идешь первый. Так. Няшка, ты где? Что это? Здравствуйте. Я не знаю. Они смотрят? Они не следят. Погоди, алмаз. Беги! Куда беги? Куда? Куда беги? А ключ? Куда? А ключ? А ключ? Там же ключ был! Куда бежать? Там ключ был! Я не знаю, но нет, может, ключ картины надо было поменялись, взять. Картины поменялись! Беги, няшка! Беги! Куда? Куда не знаю, куда? Куда беги! Вниз! Вниз беги! Нет, вниз нельзя! А давай где? Обратно, давай обратно! Ванну! Ванну! Ну чего ты там застрял? Ты вообще меня слышишь? Говорю, проверь сарай. Может, там висят ключи. Если нам повезло и они там, заходи через главный вход. Ты чё издеваешься? Мы были в этом сарае! Что это сейчас было? Я не знаю, но там был какой-то ключ, и мы его не взяли. Но знаешь, что меня смущает? То, что ту пшеницу, которую я взял, она Погоди. До сих пор... Погоди! Ключ. Ключ, да. Ключ от главного входа. Окей. Так, Нешка, стой. Вот меня смущает то, что вот эта чепуха с нами творится, а пшеница-то у меня до сих пор в руке. То есть это с нами реально происходит. То есть понимаешь? Ты хочешь сказать, что мы телепортируемся? Ну это бред же, это не невозможно. Не то, чтобы телепортировались, возможно, мы какие-то таблетки приняли. Ладно, давай. Открывай главный вход. Ну, по логике, ничего не произошло с нами страшного. Так. Да? Здравствуйте. Кто? Где? Как? Нога? Сломана? Нет, не сломана? Я, Ловушка? Я... Тихо, там кто-то идет. Тихо. Тихо, тихо, не шуми. Не шуми. Там кто-то идет. Здравствуйте. Кто? Где? Что происходит? Часть вторая, подвал. Так. Рация, да, привет. Прием, прием. 415-я база, ответьте. Окей, мы с тобой попали в ловушку и провалились в какой-то подвал. Смотри, там что-то пришел человек и поместил нас сюда. Да, мне не нравится этот котел. Он нарушает перфекционизм. Посмотри, он на 2 пикселя вправо. Давай отодвинем его. А как? Сейчас, а. сейчас. О. О, вот так и двигай. Оп. Что? Ничего себе. Это просто в обучении было, тут можно двигать предметы. Да ладно, этого я не знал. Так, куча кровяки, ну это, соус, кетчуп разлили. Я не знаю, как ты, а я пошел, ну, вернее, пополз. Подожди, все, давай, ты первый ползешь, как обычно, няшка, мне страшно, я уже обосрался пару раз. Короче, ты, все, няшка, ты ловишь все скримеры, а я просто за тобой иду. Не, давай-ка это. Господи, мыша вонючая. Так. Вот как раз ты словил скример. Опа. Так, что там внизу? Ага. Нет, ну я не хочу плавать туда. Подожди, так может быть мы здесь можем пройти вот так, смотри на шифте? Опа, и прошел. Ага. А я тебе говорил, что ну, ладно. Можно. Ну блин, я только помылся, и вот, ну... Смотри, пока что сюжет ясен. А с нами, во-первых, происходит какая-то шизофрения паранормальная. Небольшая. Паранормальная, да. Но, мне кажется, по-настоящему мы проникли через главный вход. Ой. Ладно. И упали вниз, подломали ногу. Пришел чувак, нас вырубил и переместил в подвал. И мы сейчас выбираемся из него. А еще он нам починил, видимо, ногу, потому что мы ходим. Да, хороший маньяк. Знаешь, ногу травмировал, ногу. Крольчатина, свеклу. Нормально. Я свеклу возьму, пожалуй, перекушу, а то. Уже нечем какать, сам понимаешь. Кирпичи закончились. Опять.
Бежать? Не бежать? Не знаю. Бежать, не бежать? В этой канаве порой слышно страшные звуки, они меня пугают. Моргенштерн! Они точно страшные? Это хорошая отсылка, это забавная пасхалка отсылка, мне нравится. Так, заколоченная дверь, открыть мы ее никак не можем, нам нужен какой-то лом или какой-то гвоздодер. Да. О, смотри, тут еще есть еда, куча еды есть. А возможно, если мы покушаем, мы сможем бегать? И ключ от двери. О, я могу бегать немножко. Ключ от двери нашел? Да, от какой, не знаю. Окей, давай тогда вниз спускаться. Здравствуйте, мы за хлебом пришли. Да-да-да, это я тот самый, который уходил за хлебом 10 лет назад, я вернулся, вот он у меня в руке. Пустите меня, пожалуйста. Няшка, меня не хотят пускать. Так, ну нам навряд ли туда. А, ну вот, собственно. О, все, открывай. Пойдем. Так. Няшка, ну ты вообще разводила меня, хотела оставить там. Опа, нож, бери. О, ой, картина страшная. И эта картина тоже страшная. Ой, да возьми ты нож, обороняйся. О, спасибо. Так, няшка, у меня есть нож. У меня его нет. Тогда ты идешь первый. Ой, может наоборот тогда? Может что-то в картине? А, что? Давай ты пойдешь в эту картину. Ладно, да ладно, так, так уж и быть, я пойду. Стоп, тут еще какая-то дверь. Нет. Ну, я, ну да, мы открыть мы ее не сможем. О, господи, что за страшные картинки. А! Что такое? Господи, что? О, о, открыл что-то. В картине? А, или вот это, погоди, или вот это красное. Нет. Нет, но что-то открылось определенно. Так, отсюда, мы отсюда пришли или мы откуда пришли? А, мы вот отсюда, погоди, вот это вот может. А, может быть, вот это открылось? По-моему, да. Давай, идем, 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 идем. Куда идем мы с пятачком? Большой, большой секрет. Так, нет, это вход туда же. То есть мы здесь нашли, мы нашли цикл. А зачем нам сюда возвращаться? Ну да, мы нашли цикл. Подожди, что-то здесь открылось. Какая-то книжка не берется. Но что именно мы открыли, я не знаю. Но рычаг я не могу больше потянуть. Ну что-то явно. Няшка, ищи секретный проход. Да это понятно. Так, может в этих картинах? Опа, а вот этого, а вот это вот было здесь? А, вот что открылось, господи. Ну да. Тогда все, все ясно теперь. Боже мой, здесь освежеванные коровы. Ужас! Это очень жутко, чувак! Здравствуй! Он меня убил или нет? А, да, кажется, он меня убил! Няшка, убивай его! Давай! Хорошо, что нож у нас хотя бы есть, это кажется... Странно, почему никаких звуков не было, ну, у него монтировка старая. Так, слушай, учитывая то, что, видимо, теперь нож понадобится часто, это, меня тут защищать как бы нужно. Что это? Ну да. А я могу тебе скинуть нож? Или нет? Я не могу. Ты освежеваешь корову? Нет, я никого, ничего не это. О, если хочешь, вот тут есть рай говядина как раз таки. Покушаешь. Слушай, ну после того, как я на это посмотрел, мне что-то кушать, ну, не особо. Ну да, не особо хочется, но я думаю, если пожарить, то будет нормально. Ну, если пожарить, то может быть там, да. А куда нам дальше-то, собственно? А, вот сюда, вот помнишь, там дверь была заколочена. Вот как раз сейчас мы откроем монтировкой. А, так ты ломик нашел? Ну, конечно. А. Опа. Опа. Готово. Что? Это падший ангел? Стоп, да, это был падший ангел. Угу. Ты не туда, нам сюда. А, нас типа развернуло, чтобы мы увидели, что за нами пошел падший ангел. Что за черт тут живет? Что? Кто владеет этим домом и где его сокровища? Ну, у нас путь единственный туда, тут все перекрыто. Ага, нам нужен раз ключ, два ключ, чтобы пойти в другие стороны. Пойдем, я буду нож держать на готове. Опять длинный коридор, казалось бы, что тут может пойти не так? Может, из стен что-то выпрыгнет, я не знаю. Здравствуйте! Проверка связи. Ну что, начнем еще одно наше дело. Это дом очередного влиять. Как же это было внезапно? Все? Все? А чё так громко-то? Я не знаю, сейчас попытаюсь отключить это. Я не знаю, я не испугался последнего скримера, мне наоборот смешно стало, потому что это было как-то супер внезапно, я офигел от того, что нас заново телепортировало на самое начало. То есть мы с тобой по итогу так и не ограбили его дом. Там был алмаз, и надо было все-таки брать. Надо где, было где был алмаз? Ну, когда мы зашли на второй этаж, вот это вот, когда потом еще бежать надо было от кого-то, там был алмаз, я должен был его забрать. Как самый настоящий няшка, ну, собственно. А там разве был алмаз? Да, там алмаз висел в картине. Вот суть ограбления. Один алмаз. Слушай, а может быть тут две разные концовки есть? Не знаю. А пойдем попробуем. Ну, пойдем.
Ну да, судя по всему, тут нету никаких концовок, разве что я попал в какую-то локацию, в которой мы не были. Ну и ладно. Ну что, друзья, вот такой вот короткий, но зато мега страшный и интересный сюжет у нас получился. Мы не смогли ограбить дом, хотя пытались, ну и слава богу, тогда просто отправимся домой, и все с нами будет прекрасно. Я надеюсь на это. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. А для вас дрался Фикс и Няшка. Увидимся в следующем ролике. Всем удачи и всем пока.